Сергей Зубков в октагоне. Будет он рефери. Синий угол приглашается. Представитель Узбекистана Хикматов Тимур. Да, друзья, шестая пара бойцов. Узбекистан, Тимур Хикматов, подопечный Мансура Тугизбаева, чемпион Узбекистана по боксу, мастер спорта по боксу, 22-летний боец здесь появится. Вес, ну и его соперником будет наш боец Улан Эмильбеков. Прайтим, подопечный Азиза Рыхова. И о нем мы расскажем чуть позже. У Тимура Хикматова 3 боя, 3 победы, 0 поражений и 0 ничьих. Ну и на весах, кстати говоря, он не сумел уложиться в лимит 56 килограммов. Поэтому у него сняли 1 балл. Приглашается его оппонент, представитель Кыргызской Республики, Эмильбеков Улан. Ну и да, друзья, его соперник, пока что он не появился во дворце спорта. Ждем его появления. Улан Эмильбеков. Вот он, друзья. Колпаком на голове появляется Улан Эмильбеков по прозвищу Ягуар. Победитель турниров WF Pro Fight 23-24. WF Global 12. Мастер спорта международного класса по универсальному бою. 27-летний боец из Кыргызстана. 8 боев, 5 побед, 3 поражения и 0 ничьих. Ну и, я думаю, сегодня должен показать максимально интересный бой. И самое главное, плодотворный для нас, чтобы у нас была победа очередная. Ждем и верим. Вот он, друзья. Опытный боец, ему 27 лет, соперник младше ему 5 лет. Уже успел и выиграть, и проиграть, и горечь поражения себе познать. Именно такие бойцы, они и могут, я думаю, показать зрелище. Они не боятся поражения, они только идут вперед. Желаем удачи и верим в победу.
Руслан Эмильбеков, мынакей Кыргызстандын намысын талаша турган мушкер, октагон ичинде, экранда карадан анонсер, боец, представитель Узбекистана, рост 172 сантиметра, вес 66 килограмм, возраст 22 года, чемпион Узбекистана по боксу, мастер спорта по боксу, профессиональный рекорд, 3 победы, 0 поражений. Представляет команду «Мангуз». Тренируется под руководством Мансура Тугизбаева. Встречаем бурными аплодисментами Тимур Хикматов! И его соперник, боец, представитель Кыргызской Республики. Рост 172 сантиметра, вес 66 килограмм, возраст 27 лет. Победитель турниров WEF Pro Fight 23 и 34. Победитель турнира WEF Global 12. Мастер спорта международного класса по универсальному бою. Профессиональный рекорд. 5 побед, 3 поражения. Представляет команду Pride Team. Тренируется под руководством Изабекова Чингиза и Арыхова Азиза. Встречаем бурными аплодисментами. Ула! Ягуа! Улан Эмильбеков, друзья, сегодня наш бой должен показать хороший бой. Ну и плюс минус один балл за перевес узбекского бойца. Кстати, много узбекских бойцов, которые приехали с перевесом, не смогли уложиться в свою категорию. Здесь полулегкий вес. Ну и смотрим, друзья. Синий угол, Тимур Хикматов. Вот он. Красный угол, Улан Эмильбеков. Начинается бой. Очень легко так бойцы двигаются на ногах. Но работы нет. Работы пока нет. Пристреливаются. Ну и вот такой проход открытый получился здесь у Хикматова, но Улан Эмильбеков это все увидел. Ну и вот с такой дальней дистанции, конечно, таким образом пройти, думаю, было бы очень тяжело. Ему это не удалось сделать. Дергает сейчас Эмильбеков. Слабенький лоу-кик. И вот попытка прохода, неуверенная снова же у Хикматова, и прижимает к сетке боец из Кыргызстана. Ой, опасно, опасно. Все-таки переводит. Узбекский файтер сейчас. Бойца из Кыргызстана, Улан Эмильбеков, оказался в партере. Но ситуация, в принципе, действительно такая простая получается из этого положения. Ну, я думаю, что сложно будет что-то придумать. Наоборот, у нашего бойца больше есть вариантов, как выйти на финиш какой-нибудь. Опасно, такие удары. Лежа, вот эти оверхенды. Хорошо. Ну и вот закрывает треугольник сейчас наш боец и берет руку на армбар. Ой, как красиво сейчас закрывает этот треугольник наш боец. И что там с Хикматовым, пока что непонятно. Попытка слэма, и все-таки освободился здесь узбекский файтер. Эмильбеков, Улан, атандашын колуна алуу да жана беттешпүт урматы мекендештер. Улан Эмильбеков
Просто поаплодируйте. 32 мильдеши көрүүнүн андан ары